Всех женщин не перебьешь, но к этому надо стремиться. Надо иметь сметку, ебать жену, но не забывайте про соседку. Вы точно семейный психолог? Да, с 85 тысяч. Надо иметь сметку, не забывать про... Не, как там, ебать жену, не забывать про соседку. Про соседку нормально. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Заметьте, чаечки об этом все говорят, да? Ну, не все, как бы, вот, подобно, там, психологии, хрен там, все возомнило, не знаю, да, как бы. А потом обижаются. О, мужичины там изменники, ля-ля-ля-ля. Вот, пожалуйста, мы ваших, так скажем, сосестер, ну, не собратьев же, не скажешь, наверное, не собратьев, да, сосестер ваших наслушались, да? Вот, пожалуйста, не забываем про соседку вообще. А вообще здесь, как бы, знаете, есть одно маленькое, ну, точнее, даже не маленькое, а фундаментальное. Жены иметь не надо, ребята, вот именно государственное, да, как бы, ну, такую там сожительство еще куда не шло, как бы, а вот это вот то, что там штамп такой шмякают в этом большом заведении, таком светлом, якобы, да, вот, ребята, ну, я вам просто вот не советую, просто не советую.